Он приехал в Москву из сибирской деревни Тара в 46-м году. Узнал, что есть театральная студия при Московском театре имени Вахтангова. Профессора увидели в нем что-то истинно вахтанговское. Рубен Николаевич Симонов говорил, что в театр пришел новый Щукин. За время учебы он сыграл более 200 ролей. Столько никому еще не предлагали. Как там у Пельника в романе «Голый год», да, про большевиков. «Из рыхлой корявой народности отбор». Отбор из деревни Тары, из Сибири, значит, вот отобрали. Ну а как может стать государственным артистом без этого отбора? В театр из всего выпуска брали двоих-троих. Ульянова взяли и сразу утвердили на роли социальных героев. Иногда сядет в буфет со своей чашкой чая и начинает рассказывать. Про Омск вспоминал про маму, про свою. От него лично я узнал, что он в детстве, когда в младенчестве своем, он фактически обезножил и не ходил. И какой-то бабкой, которая, как он сказал, заговорила, мама носила его кому-то, и он пошел, а так он до этого не ходил. Как он ворвался в этот театр, как он ходил на гастроли, как он ехал в Москву, как он трудно, ну как жили. Они жили-то все, оказывается, трудно, все. Ульянов вспоминал. Тогда нужны были дети своего времени. Простые такие, чтобы университетов не кончали, но с классовым чутьем. Это самое чутье и завело страну туда, откуда до сих пор вылезти не можем. Сколько я их таких несгибаемых с классовым чутьем переиграл. Солнышко мое, гоните вы к черту вашего Виктора и выходите-ка лучше за меня замуж. Ведь это неправда, не было такого письма. А вы откуда знаете? Но начались пирушки в складчину, выпивка, девушки, танцы. Распоряжение об увольнении Михаила Александровича Ульянова из театра имени Вахтангова было подписано художественным руководителем театра Рубеном Симоновым. Никуда бы он его не выгнал, он был великий дипломат еще к тому же, Рубен Николаевич. Нет, он обожал эту молодежь, которая пришла сразу. Яковлев, Ульянов, Борисов, Максаков. Это была роскошная смена. Очень доверял им, очень любил его. Заступаться за уволенного к директору пришла молодая артистка Алла Парфаньяк. Она просила оставить в театре Ульянова и была готова за него поручиться. Он влюбился смертельно, несказанно, как не влюбляется даже актер. Он влюбился сильно, яростно, красиво. Ах, как она была хороша! И вот он ее выходил, и в этой любви было очень много для него хорошего. Зрители уже знали ее по роли журналистки в фильме «Небесный тихоход», где она играла вместе со своим мужем Николаем Крючковым. Никаких там романов, браков, групп, конечно, да? А нет, почему же глупо? Я понимаю. Ведь сейчас война, а во время войны только финтифлюшки романами занимаются. Кто-кто? Финтифлюшки. Ветреные, значит. А, так значит, не глупо? Нет. Это хорошо. А с другой стороны, как странно выходит, что же это? Было все. Стихи, цветы и долгое ухаживание. Целых 4 года Ульянов добивался Аллы. И добился. На свадьбу молодые назвали столько гостей, что отмечать пришлось в 3 приема. Он оказался удивительным мужем. Во-первых, однолюб. Редчайшее вообще понятие в жизни, а уж для актерской семьи. Во-вторых, в этой любви, в этом браке он быстро и решительно исправился от всех своих национальных заблуждений, так их назовем. Национальных недостатков и стал тем, кем он стал, личностью, натурой, маршалом, полководцем актерской братии. Он умел быть серьезным, непроницаемым, государственным артистом. Как многие люди его поколения, научился выглядеть несгибаемым. Михаил Александрович приехал сибиряком, замкнутым довольно, таким мрачноватым. А по существу был очень добрый характер, добрый человек он был, по сути, принципиальный, отстаивал какие-то свои позиции, очень даже громко бывало, но, тем не менее, он, ну, сердце у него было.
Я никогда не забуду, как он вышел из самолета, и ему его жена Алла Парфаньяк показала только что родившуюся дочку. А мы были на гастролях. И как у него брызнули слезы. А вы к кому, товарищ? В начале 50-х Михаила Ульянова начали приглашать в кино. Тогда вот что, ребята. Становитесь на откатку. Технология этого дела простая. Лопаточками нагрузили, плечом подели, поехали, все. Нет, нет, вы так нет. Не имеете права. Нам сказали, что мы будем работать этими отбойщиками. Забойщиками? Да. Плечо! Да мы не для того сюда добровольцами пошли. Понятно? Что-что? А если не для того, так можете добровольцами отсюда. Обойдемся без вас. У нас в комсомольском комитете еще 5000 заявлений. Вот что, детка, не шуми. Мы на всякое дело готовы. Его герой в фильме «Добровольцы» был таким, каким хотел быть каждый. Честным, искренним, верным, надежным. Его убежденность не казалась наигранной. Она была продолжением Михаила Ульянова. Михаил Саныч Ульянов, Миша, конечно, для меня, был замечательным партнером. Мы с ним ведь в разных театрах и встретились на съемках «Добровольцев», будучи еще молодыми людьми и недостаточно опытными. Правда, я уже была после «Тихого Дона». А для него, по-моему, это была одна из первых его работ. И как-то с хорошим юмором, раскрепощенный, ну, замечательный партнер. У нас была одна из наших первых сцен, снималась у трамвая. И тогда еще у нас умели снимать поцелуи так, чтобы зритель понимал, что происходит, но чтобы не буквально видел, потому что все люди разные, все целуются по-разному. А вот когда режиссер сказал, что вот мы стоим с ним, и чтобы я поднялась на цыпочки, вот было понятно, что это обоюдный поцелуй. И я помню, мы с Мишей смеялись по этому поводу, что нам не дали в кадре, значит, проделать эту церемонию. Вообще, сниматься с ним было очень легко и приятно. Граждане, а вы что висите, а? Заходите, заходите на площадку, пожалуйста, проходите. Ишь ты! Погоня свободна, они, ишь, повалили. Михаил Саныч – это фигура, которая сопровождала меня практически всю мою сознательную жизнь. Начиная с того момента, как я, там, не знаю, первые разы ходил в кино или смотрел по телевизору, начиная там, от фильма «Добровольцы», начиная от транслируемых по телевизору спектаклей театра Вахтангова «Варшавская мелодия» или «Принцесса Турандот», а потом «Бег», «Председатель» и так далее. Но, конечно же, такой фигурой главной, пожалуй, в актерском мире 70-х годов Михаил Александрович для меня стал, когда я поступил в Щукинское училище. Это была, я думаю, лучшая пора Михаила Александровича.